Смотрите. Ну, вы, наверное, слышали, да, злые языки поговаривают, врут, разумеется, врут, что бюджетников, например, заставляют на выборы ходить, да, особенно городских бюджетников, региональных, не федеральных, а региональных, особенно каких-нибудь там учителей, воспитательниц детского сада, вот, их заставляют ходить на выборы. Разумеется, врут, разумеется, в России выборы свободные, честные, кто бы сомневался, вот, никто никого не заставляет и кандидатов не называют, за которых голосовать нужно, вот, но, тем не менее, на каждый роток не накинешь платок, злые языки поговаривают такое.